Якутский студенческий бизнес-инкубатор «Орех» стал лауреатом ежегодной премии «Молодые львы». Он стал лучшей студенческой организацией России. Премия была вручена на 6-м международном форуме по бизнес-инкубаторству в МГИМО. В конкурсе оценивали многие критерии, в том числе проекты, количество резидентов и выпускников, средства, привлеченные в инкубатор, проведенные мероприятия и многое другое. Стоит отметить, что якутяне уже становились соискателями этой премии в прошлом году. Тогда они заняли 2-е место. У нас 27 резидентов, но количество не имеет, можно сказать, не имеет большого значения, потому что у нас количество данное все время меняется, потому что мы все время людей либо выпускаем, либо же к нам наоборот ребята приходят, мы их отбираем, делаем определенный конкурс. Ребята занимаются своими проектами, они хотят развивать свои, можно сказать, студенческие стартапы.